Всем привет, мои хорошие! И сегодня я снимаю туториал, как, куда же и как вводить коды в Sakura School Simulator на дома. И как же посмотреть каталог, список домов, соответственно. Сейчас я вам все покажу. Фу! Так, у меня кукуруза застряла от салатика. В зубе. Так. Я как раз переустанавливала Сакуру и еще не вводила. Вот этот. Поэтому мы заходим в меню. Потом. Сейчас как-то вот. Пропс, короче, вот. Вот пропс. Да, блин, я рукожопина. Вот, заходим сюда. И нам нужно нажать вот, если, ну да, вот эту кнопочку, Account Creation. Нажимаем на нее и вводим какое-нибудь имя на английском. Типа ника или что-то такое, по которому вы сможете потом восстановить. Это пароль. Нет, это ник, по-моему. Сейчас введем что-то. Подождите. Можно что угодно вводить, но если вы захотите переустановить Сакуру, а потом восстановить это все, то вам надо вводить так, чтобы вы это смогли потом все восстановить. Но мне это восстанавливать не обязательно, поэтому делаем рандомыч. А, это ж надо интернет включить. Фу, да, я Wi-Fi вырубила. Ладно, мобильный включу. Лень Wi-Fi включить. Ну, сейчас Wi-Fi зато подключу. Точно. Вот, когда мы зарегистрировались, нам нужно нажать, если вы хотите найти дома, то вам нужно пикап-лист. Если вы просто хотите посмотреть дома в каталоге, это все дома, которые сделали люди. А если вам нужно по ID, то вот search by props ID. И в этой кнопочке вы вбиваете ID на дом. И потом, соответственно, идете к этому дому. Надеюсь, я вам помогла. Всем спасибо за просмотр.